хочу с ним поделиться. Я пару раз на концертах говорила уже. Большой концерт в зале Октябрьский, я пою эту песню первый раз. Эта песня супер интернационал. Потому что сейчас чистокровная белоруска из города Могилев будет петь на иврите. Сережа Толженков будет играть на... И название я просто не могу повторить, это сложно, даже невозможно, честно говоря. Но это покажи, пожалуйста, Сережа, этот инструмент. А можно... Ты еще раз покажи. Нет, это понятно, просто те, кто камерами работает, зачем ты так с инструментом, Сережа? Вы знаете, что он держит в руках самый древний инструмент в мире. Это инструмент австралийских аборигенов. Старее этого инструмента нет ничего. Он купил его в Германии. Самый старинный инструмент австралийский. Сам он из Кемерово. Русский парень. Который после того, как сыграет на этом бери-беду, он сыграет на дудуке. А дудук, как известно, национальный инструмент Армении. Спасибо большое. Это у меня все просто... Я пытаюсь вот этот интернационал весь вместе сложить. Так уже сказал, еврей прозвучит, белорусская, из Могилева. Значит, австралийцы у нас задействованы, слава богу. Причем и тем более такого плана. Армяне тоже. А вообще песня про Иерусалим. Все, давайте. Ваня, Митя, 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 Митя,
Сергей Долженков.